всех рукодельниц на своем канале. На сегодняшнем уроке мы начнем вязать сарафанчик, в основе которой будет лежать юбка. В этом сарафанчике будет плиссе. Узор плиссе мы будем такой вязать, который есть у меня в уроках. Так, для начала мы должны рассчитать петли, которые нам необходимо набрать на спицы. Для образца я взяла, набрала 25 петель. Для образца набрала 25 петель. Потом посчитала, сантиметром измерила, что 25 петель составляет 6,5 сантиметра. 6,5 сантиметра. Измерила окружность талии ребенка. Получилось 48. Но я добавила еще 2 сантиметра, так как буду по линии талии вставлять туда резиночку, чтобы оно было как бы пышнее сразу. Получилось. Теперь мы высчитываем, сколько надо приходится петель на 50 сантиметров. 50 мы умножаем на 25 петель и делим на 6,5 сантиметра. У нас получилось 192 петли. Вот 192 петли плюс 2 кромочных, получилось 194 петли. Мы будем вязать. Вязать будем круговыми спицами. 2,5. Вот мы будем вязать. Сейчас покажу. Вот такими спицами. Это по всей длине, по всей ширине юбки. 194 петли. 2,5 вот эти спицы круговые. Пряжа мы будем вязать вот такой пряжей. Это пряжа турецкая. Я беру почему турецкую пряжу, потому что она прочная окраска и качество хорошее пряжи. Это пряжа. Так, смотрите название ее. Это 100% акрил аплик. Она хорошо подходит для детских вещей. Очень мягкая. 265 метров. Так, стирать только ручная стирка, и гладить тоже не рекомендуется. Так, начинаем мы вязать. Для начала я уже провязала часть юбки, я вам сейчас покажу. Так, мы будем начало вязать вот с такой резиночкой. Вот. Вот мы вяжем вот этой резинкой. Она двойная резинка. В середину сюда в резинку можно вставить будет резиночку. Я так и буду делать. Мы сначала в сарафанчике юбочку будем вязать. Так. Вот мы провязали. Здесь я сейчас посмотрю, сколько... Образец можете найти, как вяжется. Она или полая резинка называется, или двойная, еще я так называю. 1,5 сантиметра мы провязали эту резиночку. Так, дальше мы будем вязать вот такую плиссировку. Потом она будет к низу расширяться. Это плиссировка тоже в узорах. Плиссе. Будет узор плиссе там. И можете найти, если кто-то не сможет найти, обращайтесь, я вам подскажу, как, где ее найти. Вот, сейчас я вам покажу, как вяжется эта плиссировка. Напомню, вы уже проходили урок, а кто новенький, пройдет, посмотрит. Вяжется так. Так, с начала ряда будете начинать 3 лицевых, 1, 2, 3,
Три лицевых, одна изнаночная. Раз, два, три лицевых, одна изнаночная. Раз, два, три лицевых, одна изнаночная. Раз, два, три лицевых, одна изнаночная. Вот так будете вязать до конца этого ряда. Довяжете до конца первый ряд, следующий ряд будете вязать так. Первый будете петли снимать. В каждом четном ряду, запомните, будете вязать до прибавления петель, будете постоянно вязать. Перед тем, как вязать 3 лицевых и 1 изнаночную, будете провязывать 2 лицевых в каждом четном ряду. Провязывайте 2 лицевых. Раз, два. Провязали 2 лицевых. Потом идете 1 изнаночная. Мы в первом ряду вязали 3 лицевых было, потом 1 изнаночная. И так шло до конца ряда. А здесь 2 лицевых провязывайте в начале каждого ряда четного, а потом наоборот делайте 1 изнаночная и вяжите 3 лицевых. И повторяете 1 изнаночная и 3 лицевых. И так до конца второго ряда. Потом третий ряд. С третьего ряда повторяется рисунок, как с первого ряда. То есть каждые два ряда повторяются. Не забывайте, в каждом четном ряду провязывайте до прибавления петель. Потом, когда будем петли прибавлять, я вам скажу, сколько потом провязывать в четном ряду. А сейчас обязательно будете провязывать в каждом четном ряду. Одну снимаете, потом 2 лицевых, потом 1 изнаночная, 3 лицевых. И так повторяете. Потом 1 изнаночная, 3 лицевых. 1 изнаночная, 3 лицевых. Не забывайте, в каждом четном ряду, перед тем, как вязать 1 изнаночная, 3 лицевых, провязывать 2 лицевых петли для правильного расположения в конце изделия плиссе, чтобы красиво стояли складки. Так, так вяжите до конца. Теперь вы должны измерить на ребенке, какую длину изделия вы хотите иметь. Я, например, от талии длина юбочки в сарафане 21 сантиметр. 21 сантиметр я делю на 3, это по 7 сантиметров. Вот провязав 7 сантиметров, 7 сантиметров провязали, мы будем добавлять уже в каждой складочке по 2 петли посередине. Сейчас покажу, как это надо делать. То есть будет юбочка у нас вот так расширяться. Так, провязываем 3 лицевых. Провязали 3 петли лицевых. Теперь доходите. Вот. Видите, идет лицевые петли. Вот лицевые петли. Вот ряд лицевых петель. Такой, как ребро. Перед ними мы будем добавлять с одной стороны перед этой лицевой и с другой по одной петле. То есть в каждом вот это в каждом плиссе будет по 2 петли добавлено. То есть перед этой петлей слева, справа и слева будет по одной петли добавлено. Добавлять будем таким образом. Берете вот возле этой петли, вот середины вытаскиваете, видите, я вам показываю. Вот. И сажаете на левую спицу. Но не вот так, а вот так ее переворачиваете. Видите, она вот таким образом, чтобы села. Чтобы перекрестилась. Теперь мы ее провязываем. Видите как? Вот так берем, провязываем лицевой. И снимаем на правую спицу. Получилось, что мы уже одну добавили.
Эту, которая вот ребрышко, мы провязываем лицевой. Теперь эту рядом возле этой лицевой точно так. Вот так ее, видите? Вот так. Вот я вам показываю. Вот так сажаем. Видите? Она должна перекреститься. И мы ее опять за заднюю стенку, видите? Берем за заднюю стенку и провязываем лицевой петлей. Вот мы ее провязали. И снимаем. Вот мы вторую петлю добавили. Для чего я перекрещиваю петли, вам показываю так. Для того, чтобы не получилось здесь дырочек. Чтобы ровно, хорошо, красиво шло. И эту петлю получается тоже лицевой. То есть у нас теперь мы провязываем было 3 и 1. А провязывали 3 лицевых, 1 изнаночная. Теперь у нас будет 5 лицевых, так как мы добавили 2 петли возле вот этого ребрышка слева, справа и слева. И теперь мы и одну изнаночную. Теперь мы вяжем изнаночная петля 1. Теперь дальше 1 лицевая провязали. И вот возле опять вот этого, вот видите, вот возле этого будем опять мы провязывать добавление петли. Вот так сажаем ее сюда, на спицу на левую, потом захватываем за правую, протягиваем и снимаем. Вот мы одну добавили. Перекрестили, чтобы не было дырочек, я вам сказала. Теперь эту ребрышко провязываем лицевой. Теперь опять эту же петлю вот берем. Сюда ее сажаем. Теперь мы ее берем за заднюю стенку, провязываем лицевой петлей. Провязали, протянули и сняли. Так, и это тоже лицевая. Получилось. Раз, два, три, четыре, пять лицевых. И теперь вяжем изнаночная. Изнаночная дает тоже такое ребрышко с обратной стороны. Поняли? Вот, изнаночная ребрышко дает. Теперь опять вяжем. Тут у нас, видите, 3 лицевых получается, но мы будем вязать 5. То есть по одной петле возле этой лицевой будем добавлять. Дальше. Это лицевой провязали. Теперь опять эту петлю между вот этими двумя хватаем. Сажаем ее вот на спицу, на левую. Провязываем эту петлю лицевой за заднюю стенку. Сняли. Теперь лицевая. Теперь возле этой лицевой опять эту вот так ее сажаем. Теперь провязываем ее за заднюю стенку. Вот, провязали. И снимаем. И вот опять лицевая. Получилось 5 лицевых мы провязали. Теперь изнаночная петля. И следующая опять лицевым. Я вам опять показываю медленно. Одной мы провязываем лицевая. Сейчас. Теперь, которую добавляем, мы ложим ее на левую спицу. Перекрестили. Теперь провязываем за заднюю стенку. Теперь лицевая. Вот это как лицевые провязываем. Теперь опять возле нее. Перед и до лицевой мы добавляем петлю. Опять на эту спицу, на левую. Провязываем ее за заднюю стенку лицевой. Вытаскиваем, снимаем. И теперь опять лицевая. Вот мы провязали еще 5 лицевых. Получилось с 3 5. Теперь изнаночная. Итак, как я вам показала, вы вяжете до конца ряда. В этом ряде мы вот в этом ряду мы до по одной петли с двух сторон добавили. То есть 3 сделали 5 лицевых, 1 изнаночная идет. Теперь будете вязать так до конца. Будете вязать таким образом, уже 5 лицевых, 1 изнаночная, до конца ряда.
тоже где-то 7 сантиметров. Когда вот вместе с резинкой получится 14 сантиметров, мы опять будем делать прибавление петель. Запомните, в каждом четном ряду вы будете уже добавлять не 2, а 3 уже лицевых, а потом вязать одну изнаночная и 3 лице и 5 лицевых, 1 изнаночная, 5 лицевых. А в первом ряду будете вязать 5 лицевых, 1 изнаночная после добавления этого ряда. Все, вяжите, успехов вам! Приветствую всех рукодельниц и подписчиков моего канала. Канал «Стильное вязание» со Светланой Садыговой. Мы на этом уроке продолжим вязать спицами сарафанчик, в основе которой лежит юбка плиссе. Мы на прошлом уроке рассматривали уже и вязали часть сарафанчика, ну, часть этой юбки мы уже провязали. То есть мы начинали здесь с 3 петель лицевых и 1 изнаночная. Потом мы вот в данном месте, мы уже тут добавляли через 7 сантиметров, у кого 6,5, у кого 7, измерите длину сарафанчика на ребенка, какой нужен. И разделите на 3 равных части. Мы здесь уже добавляли по 5 лицевых петель и 1 изнаночная. И здесь вот уже провязав тоже 6,5-7 сантиметров, мы третий раз уже добавляем, уже получится по 7 лицевых петель и 1 изнаночная. Начинаете, я тут уже провязала, здесь с краю начинаете вязать 5, это с изнаночной, на четной стороне будете провязывать уже 1 кромочная петля и будете провязывать 1, 2, 3, 4, 5, 5 лицевых, потом идет 1 изнаночная, потом идет 7 лицевых. Сейчас напомню вам, и будете вязать уже 7 лицевых, 1 изнаночная, так чередуя. Напомню сейчас вам, кто если забыл или кто новенький присоединился, как надо вязать добавление петель в лицевой стороне. Смотрите, как я это делаю. Так, сейчас мы тут провяжем. Тут изнаночная здесь. Сейчас я вам пока это провяжу. Вот. Мы добавляем петли. Вот идет как бы такое вот ребрышко из ребро плиссе. Здесь получается, вот смотрите, это лицевые, да, петли. Вот возле лицевой петли мы таким образом справа и слева мы будем добавлять по одной петле. То есть в каждом ребрышке будем добавлять по 2 петли. То есть слева и справа. Вот это как делается, я вам напоминаю. Берете вот между этими двумя петлями, то есть перед лицевой петлей, берете и видите, как я делаю? Эту петлю между мы берем ее вот таким образом сажаем. Поняли? Перекрестили мы ее вот так. Не так, вот сейчас покажу, не вот так просто сажайте ее. Не так. Потому что будет дырочка потом, чтобы не было дырочек. А вот так ее, наоборот. Вот так посадили. Теперь провязывайте лицевая. Вот берете за заднюю стенку. Так. И провязываете. Вот мы провязали. Снимаем на правую спицу. Вот мы получили. И теперь лицевую провязываем. И опять же за лицевой точно так одеваем. Вот между вот этими петлями. Вот как бы межпетленная.
Вот мы сюда ее кидаем и провязываем не так, как я сейчас показала, а ее перекручиваете обязательно. Вот так. Поняли? Это специально показала. Это будет ошибка, будет дырка тогда. А и вот так берете за заднюю стенку. Вот. И провязываете. Вот мы вторую провязали. Получилось, мы провязали. Вот. Одна. Потом лицевая идет и вторая. Мы провязали. И потом дальше свяжете лицевыми. Вот мы провязали дальше лицевыми. Это получается, провязываете, это я вам просто показываю сейчас. Получится у вас 3 лицевых, потом вот это ребрышко одно будет лицевое, то есть 7 петель должно получиться. И потом опять изнаночная. Сейчас я вам еще раз покажу. Так, вот я тут уже это сделала, просто для вас показываю. Я уже добавила петли. Так, это я вам опять показываю, как добавлять петли. Будете вязать, когда добавите, что получилось у вас по 7 лицевых, 1 изнаночная. 7 лицевых, 1 изнаночная. Так, вот берете таким образом. Не вот так сажаете ее, а вот таким образом. Вот. Вот так. Не так? Поняли? А вот так мы ее, смотрите, сейчас я еще раз показываю. Вот берете между этой. Не вот так будете делать, потому что если вы так провяжете, будет дырочка. А наоборот, вот так, видите, она вот так как бы перекрутилась, видите как? И теперь за заднюю стенку делайте, провязывайте лицевой. Вот мы провязали. Вот что получилось. Теперь идет лицевая, вот наша. И опять за этой, опять не вот так делайте, не так. А вот так мы, вот так. Еще раз показываю. Вот так. Вот. И теперь мы ее вяжем за заднюю стеночку лицевой. Вот мы провязали за заднюю стеночку лицевой. И будет у вас по 7 петель лицевых и 7 петель будет и 1 петля изнаночная. Получится у вас вот выйдет вот так ребрышко. Возле ребрышка будет здесь 3 и здесь 3. И потом будет изнаночная. Потом опять 3 ребрышка, то есть 7 лицевых, 1 изнаночная, 7 лицевых, 1 изнаночная. Начинаем вязать. Провязали вы ряд до конца. У вас получилось уже с добавлением петель 7 лицевых и 1 изнаночная. Теперь следующий ряд вяжите 7 лицевых, 1 изнаночная. И так будете до конца вязать. Вот, раз, два, три, четыре. Вот серединка, вот это наше, как лицевые, идет, как ребро плиссе. Это четвертая петля, пятая, шестая, седьмая. И вот изнаночная. Изнаночная провязан для того, чтобы это ребро у нас получалось вот с другой стороны. Вот я вам показываю. Вот дальше вяжем опять. Один, два, три. Вот ребрышко это четвертая, пятая, шестая, седьмая петля. Провязали мы. Сейчас будет изнаночная. Изнаночную я вам говорила. Мы провязываем изнаночную, чтобы с обратной стороны. Вот у нас, видите, обратная сторона. Получается тоже как ребро выходит. Вяжем дальше. Продолжаем также. И так постоянно вяжете.
7 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь мы провязали. Одна изнаночная. Теперь опять семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и одна изнаночная. Опять раз, два, три. Четвертое у нас всегда ребро плюсе получается, лицевое. Видите, оно и с той стороны будет, и с изнаночной, и с лицевой, с любой стороны. Это четвертое лицевое. Так, пять, шесть, 7. Теперь смотрите изнаночная. Изнаночная даже уже видно и по рисунку. Вяжите изнаночной. Вот. Что у нас выходит? Видите? У нас добавление идет петель. То есть мы начинали плиссе вязать. Я вам сейчас покажу. Мы начинали его вязать. Тут 3 и 1 было. Потом перешли вот здесь, я с изнаночной стороны показываю. Уже здесь было 5 лицевых и 1 изнаночная шла. Вот 5 лицевых, 1 изнаночная. Тут было 3 в начале лицевых, 1 изнаночная. А теперь уже идет 7 лицевых и 1 изнаночная. 7 лицевых, 1 изнаночная. Итак, будете вязать до конца этого ряда и продолжать также вязать до конца этой юбки плиссе в сарафанчике. Потом, когда к концу уже подойдем, я запишу третий урок. Я хочу сделать как бы окантовку черным. Ну, еще подумаю. Но я думаю, что будет сочетание хорошо. И будет как бы оно оттенять сарафан, и к тому же оно подойдет, что можно будет под этот сарафанчик одеть, допустим, и что-то с темным, так как если окантовка будет черная, и светлая, и розовая, ну, чтобы сочетание было, и в то же время оно будет смотреться как бы так, контраст немножко даст, будет как бы, я думаю, наряднее будет. Так, вяжите до конца. Если, допустим, что-то неясно в этом узоре в плиссе, я вам подсказываю еще раз. У меня в уроках для начинающих есть там узоры. Можете посмотреть, как это плиссе вяжется. Я вам рассказала, довольно оно очень вяжется несложно, но в то же время получается симпатичный, красивый узор. Сейчас я даже вот покажу вам, сейчас петли, эти спицы вытяну. Мы сейчас посмотрим. Вот, посмотрите, что у нас получается. Видите, как получается симпатично. Потом мы здесь будем к сарафанчику довязывать уже от пояса. А пояс мы вставим еще, тут двойная резинка мы вязали. Туда резиночку ставим, чтобы оно хорошо держалось и растягивалось в то же время на ребенке. Вот у нас получается, видите как? За счет того, что мы добавляли, здесь начинали с 3 лицевых и 1 изнаночной, да? Тут мы перешли уже 5 лицевых и 1 изнаночная, а тут уже идем 7 лицевых, 1 изнаночная. За счет того, если бы мы все на одном уровне бы не добавляли, оно было вот такое бы ровное, да? А за счет того, что мы добавляли, видите, получается, как бы расширяется плиссе к низу. Довольно очень будет симпатично, красиво смотреться. Еще постирается. И посмотрите, как будет хорошо смотреться. Я вот сейчас так приподниму его немножко, вот смотрите. Вот.
Видите, как хорошо смотрится наша, как бы, эта юбочка, я так показываю. Вот эта плессировка, она, раз это самое, видите, расширяется к низу. Тут узенькая шла, тут шире-шире. Так, и хочу сделать окантовочку, как я говорила в конце. И окантовка потом пойдет тоже и в верхней части. Ну вот, я думаю, довольно симпатичная получается. Так. Ну, в готовом виде, посмотрите, будет как красиво. И в то же время она плотно, не будет расходиться. Вот. Оно хорошо, видите, как стоит. Оно не будет расходиться. И спадать будет как бы плесе красиво, когда вытянем мы эту спицу, она будет вообще хорошо лежать. И еще закроем правильно мы, как надо закрыть здесь, закрыть и сделать петель, я вам тоже расскажу. Все, я думаю, что достаточно понятно все. Все, всего хорошего, спасибо вам за внимание, спасибо, что заходите на мой канал. Не забывайте подписываться для, ну, канал новый. Я как бы стараюсь и рада, что вы заходите. Но в то же время, если какие-то есть у вас пожелания, можете писать, тоже я буду учитывать. Всего хорошего, благодарю за внимание, до свидания. Приветствую всех подписчиков, зрителей моего канала. Будем продолжать на этом уроке сарафан вязать. На этом уроке мы закончим уже вязать юбочку сарафанчики плюсе. Сейчас будем продолжать вязать. Я уже начала вязать, а вы начнете сами тоже. Я низ юбки буду делать как бы окантовку черной пряжей. Тоже вот такая пряжа, которую я вязала, вот розовой. Это турецкая пряжа, 100-граммовая, 265 метров здесь, акрил и плик. Она стойкая окраска в этой пряже, очень мягкая. Она также подходит и для детских вещей. Ну, начнем вязать, обрабатывать низ этой пряжей. Вот мы тут уже провязали достаточно для длины. Вот я измерила длину ребенка, внучки. И как раз эта длина подходит. Я буду уже делать обработку. Вы сами можете измерить, какая вам понадобится длина. Мы уже начинали, я вам говорила, повторяю. Мы вязали плиссе. Вот здесь начинали 3 лицевых, 1 изнаночная, потом переходили 5 лицевых уже однозначно, потом мы переходили 7 лицевых, 1 изнаночная. Продолжаем вязать, я вот уже другой пряжей черной делаю обработку. Так. Я решила добавить как бы контрастную сюда ниточку, такую черную. Для чего? Черное можно будет туда под этот сарафанчик тогда и с черным какую-то кофточку одеть, футболочку там или свитерок, и розовый. И так как черное будет внесено, то можно будет как бы больше цветов добавить для одевания на ребенка. Так, начинаем вязать. Сейчас мы вяжем 7 лицевых. 1, 2, я вам повторяю просто, 3. Вот это ребрышко идет, вот лицевые, да. Я на светлом показываю, потому что на черном плохо видно. Это 4. Тут идет 5, 6, 7. Вот мы провязали 7.
Так, теперь идет следующая изнаночная одна. Теперь опять раз, два, три. Вот опять идет, это четвертая у нас получается, как на ребре плюсе. Четвертая, пятая петля, шестая, седьмая. И это идет, это изнаночной мы провязываем. Я уже вам говорила, для того, чтобы получалось как бы ребрышко плюсе вот с этой стороны. Вот оно и выходит так. Так, дальше. Опять 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это изнаночная одна. То есть вы вяжете как, так, как и вязали, продолжаете 7 лицевых и 1 изнаночная. Так, вяжите до конца ряда. Этот ряд довяжите, и я еще буду следующий ряд вязать. И потом будем уже, я вам покажу, как закрывать правильно на плюсе петли. Черная вот ниточка отделка у меня получится. Провязываем, сейчас я посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять. Это пятый ряд. И еще один я провяжу, шестой ряд. То есть 6 рядов будет у меня такая отделка. А уже на после 6 рядов будем закрывать петли. Закрытие будет эластичное. И я вам покажу, как правильно закрыть, чтобы так ребрышки так не расходились снизу вот так совсем, а чтобы оно немножко вот так как бы придерживалось. Вяжите до конца. Вяжите тоже 6 рядов. Кто хочет, может меньше отделку сделать, кто хочет больше. Если кто не хочет отделку делать, может полностью все сделать однотонное. Будет также красиво. Так, провязали мы внизу черной пряжей. Теперь я покажу, как закрывать будем низ петельки. Вот. Я уже часть закрыла. Вот, смотрите, видите, как оно получается? Вот. Оно не дает растягивать, видите? Если так не закрыть, то эти все, вот это плесе, оно будет вот так все растянуто внизу. А нам это не надо. Нам надо, чтобы было красиво так юбка стояла. Вот смотрите, как оно будет. Вот. Оно так и будет. Оно не будет растягиваться. Сейчас я вам покажу. Смотрите, вот оно так и будет, видите? И с этой изнанка, это лицо. Так. Начинаем вязать. Будем закрывать петли. Смотрите, как мы делаем. Так. Вот начинаем. Смотрите. Сейчас вот у нас идет вот лицевая с этой стороны. Видите, лицевая. Мы эту лицевую и эти две справа и слева будем их закрывать 3 вместе сразу. Но до этого мы сейчас вот так накидываете эластичное закрытие петель. Можете посмотреть, но там в уроках дано резинки 1 на 1. А это плюсе.
Но оно похоже. Вот смотрите, вот так вы будете. Сейчас видите, вот так. Накидываете, накид делаете от себя. Теперь вяжем лицевая. Провязали. Теперь этот накид, который от себя, мы перекидываем через эту лицевую. Перекинули. Теперь опять второй. Тоже перекидываем. Перекинули. Вот мы дошли. Теперь вот смотрите, 3 петли эти. Вот эти, обращайте внимание на эти 3 петли везде, где ребро плиссе будет. Вот где лицевая середина проходит и где изнаночная будет. Вот сейчас где лицевая, я показываю как. Мы берем сейчас то, мы накидывали, так как здесь посередине лицевая идет, мы на себя накидываем, накид делаем. Не от себя, а на себя. Теперь их провязываем 3 вместе. Вот мы провязали 3 вместе петли. Снимаем. Теперь опять эту же, которую накид делали, через нее протягиваем. И следующую вот за ней, видите, вторая, тоже через нее протягиваем. Вот мы протянули. Теперь следующую мы опять делаем таким образом. Накид от себя. Лицевой провязывайте, протягивайте через эту петлю раз и опять через нее протягивайте. Вот так. Как точно эластичное закрытие, посмотрите резинку 1 на 1, вы поймете, как надо протягивать эти петли. Если вдруг кому не ясно сейчас, тут все достаточно как бы просто. Так, теперь смотрите, это у нас было ребро лицевое посередине. Теперь у нас ребро идет то, которое на изнанку. Вот это ребро. Изнаночная сторона, видите? Вот. А здесь она идет у нас, вот изнанок, изнаночная, видите? Мы теперь делаем, если изнаночная, от себя мы делаем накид. И провязываем изнаночной эти 3 петли. То есть одна вот эта изнаночная и по краям, которые были лицевыми, вязали. Вяжем всю полностью 3 петли изнаночной. Мы провязали. Снимаем. И теперь мы эту, которую вот вторую, протягиваем через нее. И эту опять берете. Видите, так берете и тоже через нее протягиваете. Протянули. Теперь дальше идем следующее. От себя накид. Одна лицевая. Так, теперь протягиваем через нее. Протянули. И следующее. Смотрите. Опять через нее протягиваем. Протянули. Теперь смотрите, вот тут вот ребро наше. Тут идет посередине лицевая. Значит, мы будем все 3 этих провязывать перед этой лицевой. Перед и после вот 3 петли мы будем провязывать лицевой. Лицевая на себя накид делаете перед лицевыми этим. Теперь 3 их вместе провязываете. 3 вместе одной петлей. Провязали. Теперь перекидывайте. Раз и два. Перекинули. Вот. Так. Теперь следующее. Делаем накид от себя. Одна лицевая.
Теперь протягиваем через нее одна и протягиваем в следующую, тоже опять через нее. Я вам медленно показываю. Вот, протянули. Теперь смотрите, следующая у нас идет вот изнаночная. Вот, видите, это изнаночная, а по краям у них идут лицевые. Вот это изнаночная посередине. Вот мы берем опять 3 петли. 1, 2, 3. Но мы будем уже провязывать не лицевой, а изнаночной. Так, посередине изнаночная. Изнаночная накид от себя. И провязываете эти 3 петли. 1, 2, 3. Изнаночной петлей. Провязали, сняли. И теперь перекидываем через эту петлю, которую мы провязали. Раз, перекинули. И два, тоже перекинули. И так вяжете до конца, пока закроете все петли. То есть, там, где вот это ребро идет, лицевая, значит, 3 петли по краям справа и слева по одной берете. 3 петли закрываете лицевой. А там, где идет изнаночная, вот посередине в ребре, вы закрываете изнаночной. Продолжайте вязать, закрывайте петли. Вот мы закрыли уже все петли внизу нашей юбочки. Это нижняя часть сарафана у нас получается. Вот таким образом, видите? Плиссе сохраняется и не расходится. Смотрите, видите, как оно будет? Довольно симпатичная нижняя часть сарафана получилась у нас. Плиссировка. Вот, видите, как она. Хорошо закрытые петли дают хорошую плиссировку. На этом уроке мы заканчиваем. На следующем уроке будем переходить уже вязать верхнюю часть сарафана. Я думаю, все понятно. Если вы... возникнут какие вопросы, задавайте. Благодарю вас за внимание. Не забывайте подписываться, следите за новыми изделиями, мастер-классами. Еще раз благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания.